Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Госдума приняла во втором чтении проект о праве ФСО использовать боевую технику. Государственная Дума в ходе пленарного заседания в четверг 12 марта приняла во втором чтении законопроект, который позволяет сотрудникам Федеральной службы охраны применять в своей работе боевую технику. Информацию передает РИА Новости. Источник сообщает, что внесение изменений будет осуществлено в федеральный закон о государственной охране. Также в тексте документа уточняется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, которые могут быть причинены при применении физической силы, спецсредств, оружия и боевой техники, если их использование происходило в порядке, который предусмотрен законодательством. Источник сообщает, что финансирование расходов для реализации данного законопроекта будет производиться из федерального бюджета, предусмотренного органом государственной охраны. Следует отметить, что рассматриваемый законопроект может быть принят в рамках третьего чтения 17 марта, которое станет окончательным. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.